и будет в два раза больше просмотров. Я буду доволен. На тропу паломников заглянем. Посмотрим, что там, рыбу можно добывать или что. Ой, я могу тут камней добыть, наконец-то. Камня дома ни хрена нет, вот, откровенно говоря. Очень долго они его добывают. О, тут есть маяк. Там стопудово кто-то доживет. А еще тут было два куста в одном. Что я сделал? Чаще. Что я сделал? Я походу... Я деньги потратил, чтобы открыть облик. Ой, бля. Самый бесполезный трасс один. О, снова ты. Да, здорово, рыбачок. Чё стоишь? Думаешь, я за тебя буду рыбу ловить? Совсем твои почитатели тебя разбаловали. Давай, рыбачок. Что? Маленький карась. Видимо, кое-что ты все же умеешь. Слушай, может мы друг другу можем помочь? Мне на крючок иногда попадаются очень ценные вещи. Рыбе, то есть рыбаку, они ни к чему, а те, может, и пригодятся. В этих водах обитают твари, которых очень трудно поймать. Я охочусь за ними уже много лет. Сможешь ли ты поймать? Сможешь их поймать, получишь мои сокровища. Принеси мне краба, омара, осьминога и кальмара. А пока вот, возьми. Просто как залог дружбы между двумя не рыбами. Новая возможная карта. Угу. А. Нормально. Я могу убить врага и забрать у него рыбу. Из кармана просто. И все. Вот это вот, поймай большую. Подсекай. Кто тут? О, рыба-мяч. Вообще, я пока что явно не хочу рыбачить. Подай мне мячик. О, культ. Кто посмел идти в священную обитель света? Прошу прощения, свет маяка тускнеет. Сколько бы мы ни молились, и корабли разбиваются от скалы. Нет кораблей, нет паломников, но в священном пути. Наша предводительство могла бы разжечь маяк, но мы не видели ее с той самой ночи, когда она вышла погулять по пристани. Могли ее остановиться, запоминали ей о зубах во тьме, но она нас не послушала. Теперь нам остается лишь молиться, пока огонь на маяке не загорится. Снова, снова всемогущему свету. Ну, допустим. Наши молитвы были услышаны. Благодарим же великий свет, который послал нам ягненка паломника вновь появиться на ваших деревьях берегах. Благодарим за вас. С рождения света мы посягаем тебе на верность. Это не мы, твои ничтожные рабы, о ягненок. У этого алтаря мы будем молиться тебе к великому свету. Приходи и узри, сколь сильна наша преданность. Да сколько можно? Я это уже говорил, сколько я зарабатываю в год. Я не могу, но вот, к сожалению, сесть. Нек, подсекай. Нек, а? Еще кого-то поймал. О! О, кулка! Замечательно. А еще я хрен рыбу поймаю, которая мне нужна. О, здорово. О, Светоч, что ты знаешь о картах Таро? Я не умею с ними обращаться, но часто нахожу их, когда гуляю у моря. И вот что странно, эти карты всегда были как новые, даже если долго лежали в воде или в песке. Говорят, они предсказывают будущее. Я могу продать их тебе по 25 монет за штуку. Что скажешь? Денег у меня много, так что... Замечательная карта. И вот это вот тоже давай. Денег у меня все равно много. О! Комп, когда я свой покупал, он стоил сотку. Потом, через 3 месяца, он стал стоить 50. Так что я, в принципе, таким положением дел крайне рад. Короче, 1060, 32 ГБ оперы, материнка там Z370 Gaming Pro, вот что-то такое. Что там еще? Что я еще не сказал? Ну, жесткий диск, 2 штуки. SSD-шника 2, один обычный, один M2. Как-то так. Его я покупал достаточно давно. Да блин, у кого я еще денег не потребовал? Хм.
О, у вас. И у тебя. Да епч. Деньги я у него уже требовал. Нафиг вас знает, когда следующий стрим? Я оповещалку-то сделаю в любом случае заранее. Да еще один появился. Хватит! И, кстати, да, Юра, ты смог-то оформить себе свалку или как? По-моему, это не закончится. Так. Замечательно, еще один уровень. Так, каменоломню мне надо. Потому что камня нет вообще. Для начала я хочу построить вот каменоломню. Откуда-нибудь вот сюда. Каменоломню. И уже на остатки что-нибудь другое покупать. Угу. И ничего я особенно не могу. Лучше на то сохраню. Монетку. Еще что-то никак ягода не может доспеть. Походу, без удобрения она не может окончательно дозреть. Может, времени недостаточно прошло. И где они тут насрали? Во. Первое. Второе. Ну давай, удачи. С ДЗшкой. Лайков 11. Откуда? Кто эти люди? Откуда они берутся? А еще, где последняя К? Где последняя? Я не вижу. Где-то спрятали. Кто-нибудь видит, нет? Походу, где-то за домом, что ли. Я их не вижу. Где последняя Г? А, ну да, походу на то. О. Что там делать? О. Сейчас тебя это верующим сделаю. Будешь меня верить. С этим-то цветочком. Иди сюда. Ты будешь дать работу, молиться. Сейчас утро наступит, тогда я пойду дальше в поход. Потому что сейчас... Мне бы успеть помолиться и вот это вот все дело. Скрижаль новую еще поставить. Пока что ждем. Утра. Пауков ловим вон на мясо. Достаточно забавно суп из пауков жрать. Ягоды, по-моему, все-таки так и не вырастут дальше. Без навоза. А вот и день настал. Сразу же со всех подати. Со всеми благословить. Два. Теперь с тобой болтать. Подать. Так, благословение. Так, поговорить, подать. Благословение. Я с тобой, я со всеми поговорю, всех заберу денежков. Ай-мей. Теперь прокачаем еще лесопилку. А, Б. Не играл я ни разу в 4D. Мне не с кем попросту, как минимум было. Так. И теперь лесопилочку. Игры, которые у меня куплены, и играю. Таких особо и нет. А те, которые куплены, и я не играю, такие есть. Например, Don't Starve, заповедник Делирия. Саня попросил, я купил, он при помощи там это... как это называлось-то, я не помню. Ну, типа, как друг, как член семьи, типа такого. Он мог спокойно играть. Что там еще у меня есть, да? Я не помню. Да. Новая заповедь. Давайте труд. Мне нужен камень, срочно. Ну, давайте верить быстрее. Пожалуй. Стримить? Ну, еще пару часиков, пожалуй. Что там вообще по времени-то? Хм.
Окей. Чем больше последователей, тем лучше. А еще у меня пост, они не будут голодать. Шаламбака. Так. Ты у нас будешь грекой. Грелкой. Грекулей. Конечно. Грекуля. Грекулей. Вон, нормальное имя. Грекулей. Здорово. Что как жить? Да я не вспомню тебя, тигр, вообще никак. Это даже под пытками. А, пока я не покажите, я не хочу даже работать. Жалко. О, лис. 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 Кецак. Кецак. Вот это кецуна, кецак. Кецука. Кецука. О, замечательно. Чего у тебя за свет? 5 веры всего лишь потеряется, вообще пофиг. Все равно тебя закалю. У тебя мех хороший, мне нравится. Так, вас надо покормить, значит. Если не покормить, работу не будете. Сейчас быстренько пожарю рыбу. Давай. Тоже за чаем. Так. Камушек. Целый один. Так, кто-то болеет? Ты от чего болеешь-то? А ну-ка не болеть. Надо ему кровать, чтобы он не болел. Срочно воздвигнуть. Кровать, 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 кровать. Такую вот кровать. А, это улучшение. Ясно. Тогда просто две кровати еще воздвигнуть, чтобы вы могли... Неудобно на геймпаде выбирать. Дай. Все, попал. Я смог. Как? И что у меня по верующим? У меня есть те, которые не работают вообще? Или как? Да вроде нет. Хотя что делают те, которые новые? Это что за код? Ты кого призвать тут хочешь? Так, ну вроде как все в городе хорошо, так что я пойду... Вампирский меч, замечательно. Могу подсасывать хпшки у врагов, по идее. Да и бьет достаточно быстро, да и далеко вроде. Пойдет. Ай, я забываю, что у них шипы эти бьются. Эй, падла. Не надо. Ну, это же падлы. Угу. А чё у меня за способность-то? Что это? А, самонаводящиеся клиночки. Прикольно. И урон вроде как мощный. Давай, падла. Раз на раз. Все, изи. Понимаю. Зато спас. Но он, наверное, уже сделал. Он свои вычисления даже сюда пишет, кстати. Так, что сюда? Сюда не надо. И сюда не надо. Ну ладно. В принципе, без разницы. Лови! Лови! Быдло невежливое. Что-то я не понял, что дает этот клинок? У меня хп не восстанавливается-то. Окей, как скажешь. Он ушел, но обещал вернуться. Так, карта татара, что дашь? В смысле, это... А, это да. Понял. Не особо на самом деле полезно. Офигеть, я удачно заглянул. Денег дали. Неплохо так дали. Не зря вернулся? Вообще не зря. Целая куча добра вылезла. Камень, наконец-то. А потом житель, а потом вопрос, наверное, пойду. Погнали. Замечательно. Камушек. Камня дома вообще нет. Еще и золото, кстати, добыл попутно с камнем. И ночь наступила. Окей, погнали за новым агнецем. Пошел, быдлы. На! Вся самодоводка в камень ударилась. Бля. Я так и не понял прикол этого меча. У меня А, он, скорее всего, наверное, вот эти вот красные быстрее восполняет. Для способностей. Понял. О, костей пособирал. А, спрятался. Притаился, падла. Стих. Стих, это страшно, это больно. Изи катка. Все, лис, ты тоже со мной. Я тебя зажарю и съем.
У тебя мех хороший, кстати, да. Пойдешь мне на шубу. Будет у меня их целых две. Одна овечья, а вторая не овечья. Ты кто такой? Лис. Полезай ко мне в дом, я тебе. О, этот выздоровел. Чепушка. Крысо? А, кстати, как крысава. Ну, здорово, отец. Ты желаешь пройти небольшое испытание? Я сделаю тебе подарок, если ты пойдешь несколько полей боя, не пользуясь проклятиями. Если же тебя постигнет неудача, на награду не рассчитывай. Да погнали. Я не буду использовать проклятие. По крайней мере, пытаюсь случайно не нажать. Только интересно, что за подарок-то будет? Ай, в спину ударил, крыса. Шо, в крысу только можете бить, да? А раз на раз, вот так вот, полгу на, и все, и тебе тоже, и ты сюда иди. Крысы. О! О! Замечательно. Награда билет в детдом. Да-да-да. Хорошая награда, отвечаю. Сам пользуюсь. Так, сюда за картой. Вот это давай. Так. Изи-катка. Обожаю этот топор. Огромный урон, ударил и убежал в кусты. Вот, раз и от проклятия подох. Замечательная штука. Сердечко стырить. Погнали сюда. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все. О, задание выполнено. Шо це таке? Ой, бля. Нафиг оно мне надо? Реально, блядь, в детдом даже лучше был бы. На, самонаводкой. Обожаю этот топор. Урон колоссальный. Ударил, убежал, и они подохли от яда. Замечательная штука. Вы думаете, я пойду к боссу? Да, я пойду к боссу. Ну, Матеша, это изи. Там просто сидишь, включил какой-нибудь видос и решаешь попутно. Вообще пофиг.